Потому что здесь нам еще будет куда поесть, показывать. Вот здесь вот сейчас пляж нам не очень пока нравится, потому что береговая линия закидана водорослями. Так часто бывает в Пунта-Кане. Вот такие дела. Так, сколько градусов? На улочке у нас здесь 28 градусов. Сейчас я вам покажу, там ходят туристы. Видите, там такие туристы. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Вот, это заградительный такой сражение, чтобы сюда водоросли сильно не шли. Океан у нас тихий. Или атлантический? Атлантический. Да. Ля-ля-ля. Собственно, вот так вот. Народа немного, хотя буквально еще несколько дней здесь все прямо толпилось. Приятного отдыха, спасибо. Васенька, а ты что там такой у меня один грустный лежишь на солнцепёке? Читаю комментарии о своем идеальнейшем лапке.